Ух, какие мы дерзкие. Еще раз так сможешь? Да хватит бегать кругами, давай драться. Ах ты черт, со спины все могут. Ты лицом к лицу со мной встань раз на раз. Нет, ты в натуре дерзкий, признаю. Это двойной фейл, я стою в воздухе, а он застрял в текстурах. А не, не так уж он и застрял. Если тут обычные мобы такие запарные, не представляю, что тут будет с боссами. Что ты там стоишь? Давай нападай. Он меня не видит или что? Давай, иди ко мне. Ха-ха, лох. Не спрашивайте меня, откуда я знаю, что здесь проваливается пол. Это будет мой маленький секрет. Так, ну тут как бы даже дурак поймет, на что намекает нам стенка. Да ты чё? Чё, блядь, докрутился? Теперь я покручусь. Шо ты, псина, спускайся раз на раз. Не хочешь, да? Но я ж все равно найду, как до тебя добраться. Это как понимать? Да сдохни ты уже наконец-то. Ля, как хорошо, что я полечился. Не понял, а куда он делся? Что за телепорты странные какие-то? Что ты, братишка, не ждал? Я же говорил, что я до тебя доберусь. Как видно, ребята, вижу цель, не вижу препятствий, не всегда работает. Иногда нужно сделать шаг в сторону. В смысле закрыто? Вы меня, дурака, за кого держите? Я ж вижу, что открыто. Как открыто может быть закрытым? Тут все нормально. Так, ты иди нахуй, тебя вообще никто не звал. Короче, это когда девушка говорит, какой ты классный парень, и как бы она хотела найти себе такого же парня, как ты, так вот, отношения с ней для тебя такие же, как эта дверь. Вот в момент, когда путь назад закрывается, чувствую, дальше будет напряжно. Мля, я в тупик забежал. Стой, подожди, не бей, выпусти меня. О, спасибо. Ой, а ты? Ты что там, встрял? Зачем ты туда вообще полез? Давай спускайся. Давай спускайся, или я тебя сейчас сам опущу. Сильное заявление. Не, давай все-таки ты спустишься, я жду внизу. Тут никаких секретов нету. А тут? Ебать, я что, застрял?
Пипец, опять что ли игру перезапускать? А, стоп, тут же вроде прыжок есть. Снова дверь зависла. Ладно. Ля, ну ты гнида. Серьезно? Я даже не успел души свои подобрать. Мне этот чувак напоминает одну картинку из интернета. Вот эту. Понадеялся, блин, что добью. Ты охренел? Ты куда убежал? Это меня развели или что? Откуда у тебя фулл хп? Мне это не нравится. Ух, это было эпично. Привет, паучок. Что у тебя здесь происходит? Ты в каком-то подвешенном состоянии. Это как? Ты забыл, зачем мы тут собрались? Что это за добровольный отказ от боя? Не надо так. Ты мне вообще похуй. Вообще похую. Чтобы долго не бегать, надо проверить, можно ли скоротить путь здесь через окно. Ясно. Ля, еще один драться не хочет. И шо, мы так и будем стоять? Но этот хоть проснулся. He's lost his mind. All is lost. He's lost his mind. All is lost. We're doomed. Our last hope is gone. Как ты заебал тут под руку пубнить? Слышь, Чепушила, а чё сидим, коллегам своим не помогаем? Ты забыл, зачем тебя сюда поставили? Блять, зачем я его вообще трогал? Сидел бы он себе и сидел.